Доброе утро. Всем привет, ребята. Доброе утро, ребятки. У нас завтрак. Мы с папкой кушаем яйца, по два яйца. Лена попросила сосиску на хлебе, огурцы, что, бризольки. Хлеб. Вот, что у нас есть, что Бог послал, да. нормально. И чай пьем. Лена, чай самое не хочет. Самое главное, да, чай надо попить. Да, для папки проснулся. Да, мы просыпаемся и собираемся в путь-дорогу. Ну что, ребятки, наше путешествие начинается. Вот только начинается. Едем на моря. Лена, улыбку хотя бы сделай. Ты счастлива вообще или нет? Да. Вот дети, я говорю, родители больше, короче, радуются, чем дети, да? Вот нынче поколение. Я в шоке. Елена Сергеевна. Сейчас заедем на заправку, потом заезжаем на дачу, собрать мультиварку и там кое-что еще. И все. И выезжаем. Да, из дачи прям прямым ходом. Да. Николаев поехали. Да, да, да. Ура! Ура! Так, ребятки, мы на заправке. Заполняем до полного бака бензинчик. Елена, ты довольна? Ты такая сонная. А я сейчас буду Сонике звонить. Сонике? Да, да. А где мой телефон? Вон. Сейчас папка придет, и будем звонить Сонике. Я еще не звонила сегодня. Как она там спала без нас. Я ночью почти не спала, блин, короче. Как обычно, легла к 4. То есть полчаса или час. Такое. Потому что я спать-то легла, а уснуть не могу, потому что в уме собираю. Так, то взяла, это взяла. Надо вот это не забыть, вот это положить. Вот это в пакетик завернуть, а вот это с холодильника забрать. Короче, вот так вот у меня. Полная голова мысли и не могла уснуть. А потом Лена ночью. Где-то в 4:30, да, ты пришла? Мама комары кусает, мы с ней поменялись местами. Я к тебе не приходила, ты меня подумала. Ну я смотрю, ты бродишь по коридору, я говорю, ты что? Вот, говорит, комары закусали. Я говорю, ну ложись на мое место с папой, я пошла к тебе в комнату. Я зашла к ней в комнату, закрыла форточку, поставила фумикатор. Вот, и давай мочить, взяла полотенце и мочить. Пью. А у нее стены светлые, и видно, где комары сидят. Помочила всех комаров и легла спать, вот так вот. Так, полный бак. Ну, у нас 30 литров есть где-то. Еще 30 литров зальем. Уже 400 гривен. Где-то на 1000 будет. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. Давай до конца. 1143. 39 литров. Вот так вот. Все, ждем папку и едем. Так, ребятки, мы на даче забрали мультиварку. Короче, посмотрите на это дерево абрикосы. Посмотрите, сколько много абрикос. А мы уезжаем. Ребята, надо, наверное, маме позвонить. Сказать, если ей надо абрикосы, хай едет. И собирает. Но они такие, ой, много нападало. Но они такие еще, я вам скажу, твердоватые. Лена, много не ешь абрикос? Что-то они мельче в этом году, да, Лена? Они всегда были крупнее у нас. Да? Не знаю. Ну такие, они еще провисят. Надо маме сказать, чтобы ехала, может, через дня 4. Так, я не хочу абрикос, потому что абрикос это такая, кстати, штука. В дорогу, Лена, сорвать тебе надо спелую. Сейчас я где-то одну трогала. Спелую надо. О, а там есть надо то самое. Над бугом у нас это. Дичка мелкая, вот та сладкая. Абрикоса. Ну на вот эту, только помой, там в кранике есть водичка. Много не кушай. А я сейчас пойду дикую посмотрю абрикосу. Посмотрим, что там. Та вообще, она сладкая просто.
как мед. Так, все, мисочки взяла, мультиварку взяла. Тут телефон не забыть. Короче. О, сарай открыт. Да я не закрывала его. Ой, Лена, виноград уже этот самый темнеет. Вон какой. Вон какой. А мы его даже не срываем. Кому надо виноград, ребята? Ой, как-то так открыт сараюшка. Сейчас. Все. А, эти абрикосы уже все, они осыпались. Быстро-быстро, ребята, уже нифига нет на этом дереве. Угу. Опа. Все, они, вот они. Вот они все, они мелкие, все осыпались. Жаль, жаль. Все. О, возвращаемся назад. Опа. Все, едем, ребятки, мы потихонечку. Ямы, конечно, на дорогах, это просто что-то вообще. Но он что-то делает, да. Жарко, сегодня жаркий день. Видишь, отец, а ты хотел машину мыть. Хорошо, что не было. Посмотри, пылюка какая. Тут без толку. Мыть, не мыть. У меня старая пыль. Была бы новая. Камушки бьют по этому самому, да? По машине. Под днищу. Мы едем на море, на море, на море. Мы уже в Новой Одессе. Сейчас мы здесь всегда останавливаемся. Тут придорожные кафешки. Да, такая неплохая кафешка. Да. И мы в этот раз, не исключение, тоже остановимся. Папка чай попьет, что-нибудь перекусим. И поедем дальше. Все, мы уже в кафешке, короче. У нас свои бризольки и хлеб. Папка себе чай взял. И Леночке сейчас мороженое принесут. Перекусим, попьем. О, надо было компот взять в машине, блин. Вот, и будем дальше. Я хочу-то спать охота, сон клонит. Надо взбодриться как-то. Елена? Лена? Все, Лена в последнее время нас не хочет, короче, в камеру, в кадры попадать. Лена. Да? Ну, вот так вот, как-то так. Да, мама. Еще, говорю, Лена не хочет в камеру этот самый. Едет сниматься. Одна на море, блин. Елеша, что дело? Характер. Сахара насыпал, пью чай, а девчонки пошли руки мыть. Молодцы. Садитесь, кушайте. А что кушать, да? Сейчас принесут мороженое тебе. Ломай руками, мать, не парься. Ну, да, кстати. Может, я расскажу? Пластилин. Это тарелочка наша. Да. Подстилочка. Мам, можешь вот эту тарелочку вообще взять? А ты мух отгоняй. Хорошо. Да все, хорош. Леночка, ты красиво выглядишь? Не стесняйся. Смотрите, какое мороженое. Та-дам! Сливы апельсин. Сливы апельсин. Прикольно. Да, красиво. Карамелью, да? Полито. Да? Да. Ну все, доешь эту бризольку и будешь кушать мороженое. Так, ребятки, у нас небольшое ЧП, так доехали сказать. Доехали до Николаева, что-то нас дергает в машине, такой железный такой щелчок, блин, по левой стороне здесь. Именно когда ямы, да? Да, когда что-то. На ямах. На ямах он вообще. Короче, что нам не нравится поведение машины. Да. Вот. А в Николаеве город большой. Мы ж не знаем, где, как, какие СТО, где что. Ну вот какую-то по карте нашли. В одно нашли, заехали. Вон еще машина заехала. Пока... Давай, поехали. В одно заехали там не раньше 6 вечера освободиться, а здесь можно через час. Сказал.
будем ждать, ну, да. Что делать? Короче, стоим, ждем. Где-то час ждать, да? Mm-hmm. На СТО. Короче, осмотр стоит 100 гривен. Посмотрят. А там решим, что именно оно там подстукивает, да? Что-то, блин. Такой железный такой. Скрежет. Какой-то. Ну, я слышу скрежет на ямах, а Сергей говорит, что подергивает при этом машину. Ну, ты же чувствуешь рулем как. Ребята, мы уже выехали с СТО. Спасибо огромное Андрею, который спасибо. Нашел время, да, да. И посмотрел нашу машину. Что там папка оказалась-то? Что-то карда. Где карда? То есть там болт это раскрутился и клином так стал. Перекостило, да, и он да. Давал этот стук. И... Да, да. У нас ямы-то нету своей. Наши гаража нет, что да, посмотреть. Да. Вроде была на гараже, я думал, посмотрели там. Ну, короче... Слава вот Богу, так что? Вот. Да. Слава Богу, навигатор. Ну да, и навигатор помог. Что мы же в большом городе не знали, где здесь СТО. Поверните направо. Вот, навигатор нас вывел. Я же говорю, на один заехали. Там с машинами забито вообще все. Говорит, ну не раньше 6 освобожусь. И то не и факт. И то не факт, да. Говорю, ну поехали дальше искать. Еще один нашли. Он говорит, ну через час. Ну все, будем ждать. А что делать, ребята? У нас либо разворачиваться назад ехать. Представляете, 120 километров проехали и возвращаться. Ну, да. Вот. Либо на свой страх и риск ехать. Что делать? Ну будем ждать. А в итоге мы подождали минут 15, да? Да. Он выгнал машину и посмотрел нашу. Быстренько все вообще. Да, вообще классно. Фу. Заменил болт, короче. Все классно. А у меня была такая мысль, я как чувствовал, что да, кардан. Папка и говорил, что кардан, блин. А подлезть под машину нет, я ямы не могу, нема. Да. Слишком она низко сидит, я да. Даже протиснуться не могу. Мы на трассе останавливались, попробовали, одеяло постелили, как-то пролезть. Не, нифига, низкая да, машина сидит. Башка не проходит там даже. Да, да, да. Ну все, и, короче, потихонечку, он сказал, что потихонечку нормально доедете. Мы не гоним, не спешим, короче, время уже... К вечеру близится, да, к вечеру. Ну, мы хотели приключения, ребята, но мы их получаем. Надя, получите. Это да. Лена говорит, мама, ну вы же сами хотели приключения, ну как вам? Я говорю, ой, Лена, не трогай меня, мой, переживаю, что разворачиваться назад, забирать Сонику, вообще. Я сам всю дорогу я переживал, и вот так ехал и прислушивался. Да, да, да. Что, блин, там, короче... Хорошо, что все хорошо кончается. Да. Все, едем по мосту. Ребятки, вперед, вперед и только вперед. Посмотри, парусник. Где? А, да, да, да. Я не знаю, видно будет вам или нет. Он маленький такой парусник. Все, море, жди море, нас. Море, море. А мы все едем. Скоро впереди будет поворот на Очаков. А мы его проезжаем и едем дальше. Море нас ждет. А сейчас прикинь, приедем в Рыбаковку, а нам не понравится. Ага. Посмотри, сколько машин. Это им не понравилось. Да, это они же все открылись. Поехали до моря. О, вот это вот зеленое море, это холодное. Все, поехали. И поехали назад. Да не, все нормально будет. Сейчас мы еще, у нас приключения только начинаются, нам еще жилье искать. Ой. Боже, а нам этот самый, мы же Сонечку оставили, Наташе, она прислала видео на Вайбер. Лена посмотрела, Лена плачет, слезы на глазах. Спасибо за видео, вообще просто бомба. Ну, такое ощущение, что ребенка оставили. Сонина, а еще там в конце видео Соня идет. Наташа говорит, Соня, Ева. Она раз и прям в камере приносит Еву, прям в кадр вообще. Ой. Море, море. Мы его проезжаем, видишь? Да, да, да. Сколько лет мы сюда именно ездили, вот заворачивали сюда. Да, да. А сегодня проезжаем мимо. Там, кстати, такая дорога разбитая, ну, вот на Очаков, как ехать. А вот эта трасса, по которой мы сейчас едем, гораздо в 100 раз круче, чем которая до Николаева идет. Да? Да, ям нет. Ям вообще практически нету.
Вот это дорога. Но по сравнению с тем, что было там, вот это хотя бы вообще классно, супер. Море, море. Нам еще чуть-чуть осталось до поворота, ребята. Скоро поворот на Рыбаковку. Я в Рыбаковке была еще в детстве. Когда мы с мамой, сестрой, мама, я ездили по путевке. Мы были там... Налево. О, налево. По-моему, два раза мы были там. А может быть, три, не помню. Я маленькая, я меньше Лены была. И все, больше я там не была. Поэтому мне захотелось... Это я инициатор именно в Рыбаковку. Да, бабка? Да. Ну, просто хочется посмотреть. А потому что каждого тянет, кто в детстве где был, хочется посмотреть. А тем более оно все меняется, там, возможно, все по-другому. А мы, в принципе, там никуда сильно не ходили. Мы база была по путевке, то есть завтрак, обед, ужин, и мы с нее не вылазили. Только успевали, короче, жрать и в море купаться. Там больше ничего не успеваешь. Тут такая дорога похуже, но пока, ну посмотрим, как насчет ям, потом скажем свои отзывы. Ветряная мельница, он крутится за деревьями. Не видно ее? Да нет, тут не видно. О, вот она, мелькнула. Да, вот там он стоит. А как это называется? О, вот. Вот она. О, какая большая, о, да? О. А как это называется? Я не знаю. А что мельница? Ток вырабатывает, скорее всего. Да, такая большая, да? Да, такая огромная вообще. Классно! Вон еще одна. Ага. Ты смотри, ямы объезжай. Да, я вам скажу. Ямы есть, короче, на дороге. И такая одна вообще была конкретно. Да, есть прям вообще такая, прям ухо, аж мурашки по коже. Такие большие есть ямы. Дорога чуть, ну, получше, чем на Очаков. Ну, да, не получше. Чуть, а получше, да. Но яму надо тут смотреть в оба глаза. Бабка так давно здесь был, да, что даже дорогу с трудом узнает. Сколько лет назад? Лет 15. Лет 15. Да, наверное, больше. Ленке 11. Да. Наверное, даже больше, может быть. Да, много, короче. Да. Поэтому еле могу узнать дорогу. Магазин проехали, вот это в селе был. Этот помню, когда-то ночью возвращался, опа, яма. Ночью возвращался, и там эти самые, молодежь возле магазина танцевала. Музыка там, ну типа дискотеки такой. Типа пятачка такого сельского. Классно. Так, нам еще совсем еще чуть-чуть, немножко. Справа море! О, море! Блин! Вон оно впереди, вон, если видите, голубая полосочка, вон. А и вон там полосочка. Да, блин, из-за деревьев не видно. А я ж чувствую, пахнет море. А это что такое? Соленое озеро. Озеро, да. О, ребята! Надо тоже там слетать, да? Да. А я видела, я на ютубе видела, кстати. Через 500 метров поверните направо. А вон они, базы уже. Да. Соленое озеро, офигеть. Там можно соли набрать. Ну да. Морской соли. Да. 500 метров. Поверните направо. Затем поверните налево. Направо налево. Да. О, пошли уже какие-то базы отдыха. А туда, получается, населенное озеро. Поверните налево. А туда, похоже, населенное озеро, получается. На какое налево? Лесотехник. Алло. Ты чё? Не помню. Помнишь, какой-то заезд был? Сюда и заезд. Через 500 метров поверните направо. Направо, да, и мы там попадем к морю. Что-то я не знаю, куда она нас ведет-то. Эй, навигатор, ты чё? А может, мы уже сами поедем? Это въезд, пап? Да вроде, да. Да.
ребята, а как в центр доехать? В центр доехать как? А? Да? А как вообще на базу это самое проехать? Это вот лесник какой-то была или нет? Мариана, а следующий а через нее можно проехать или нет? Нам туда надо вернуться, а потом куда завернуть? Если по пляже, то вам просто прямо ехать. Просто прямо, просто да? Просто прямо, да. Ага. Если только по пляже. Ага, спасибо большое. И мы на пляж выйдем, да? Ну. Ну, сюда можно выехать. Ага. Ребята, спасибо. Спасибо. Вот так вот верить навигатор. Не, навигатор классная штука. Нам сегодня помогла СТУ найти. Да, но здесь вот какие-то курортные места, навигаторы так не говорила, всегда. Поверните направо, а потом налево. Она сразу. Ну налево это этот самый база отдыха. Это просто кто-то проплатил ей, чтобы прям на эту базу нас завело, понимаешь? Скрытая реклама. Лесотехник. Что-то тут нечисто. Лесотехник рекламу скрытую заказал навигатору. Так, соленое озеро впереди. Куда ребята нас послали? Соленое озеро. А, вот оно море соленое. Берешь лопату, ледоруб, разбиваешь. Разгребаешь, вон прямо. Ну, туда надо ехать. Ага. Это он нас неправильно привел. Ну да. Ну, папка. Он хотел как лучше, а главный поворот направо. Как всегда. Через 800 метров поверните направо. О. Ну, базы идут уже, да? Наверное, да. Что-то здесь мы не сильно. Не, мы выезжаем к самому-самому морю. Впрыгиваем в купальники. Не купаемся. Купаемся, остываем, осматриваемся. И когда наступает темнота, начинаем искать базы. Блин, вот здесь вот точно было этот самый вроде. Альбатрос от 80 гривен в сутки написано. Да, да, все, вот это мы въезжаем. Да? На базу. Мы немножко загружляли, ничего. А еще страшно. Поверните направо. Памяти нет вообще. Поверните направо. Куда? Да не, направо куда-то. Феникс. Она уведет нас, блин. Феникс. Поедем прямо, блин. Через 200 метров поверните направо. Она так и хочет нам направо. Увести нас, блин. Жилье, видишь? Жилье, видишь? 60, ребятки, написано. Да. От 60 в сутки. Поверните направо. Затем поверните направо. Что? Ну, она возвращает. Надо ее отключать, наверное, уже, да? Да? Да. Ленка, на, возьми мой телефон, как-то ей скажи. Это чайка. О, получилось. Полюбезней с ней, полюбезней. Но она отключилась. О. Да, вот это уже все, базы пошли. Пивденный. Санаторий. Детский санаторий Пивденный. Ботан, мам. Вот, да, блин, вот сюда мы хотим. Давай попробуем. Ну, в смысле. А вдруг есть, да? Да. Сходим, да? Хоть посмотрим.